Классная привет, черепашата. Какой супер друг. Рокки, классно тебе тут. Да, очень классно. Мы можем еще каких-то зверей принести для Шарики Арбис. Будем не купаться. А сейчас вас ждет Листопад из Арбисов. Ребята, всем привет! Вы на канале про... Супер Машу! И сегодня вы увидите, как мы будем выращивать вот эти разные животные. У нас сегодня приключение щенячьего патруля, которые нашли вот такие разные растущие динозавры, рыбки, разные экзотические животные, раки, древние разные рыбки. И там еще очень-очень много сюрпризов. Они все спрятаны внутри этих машинок. Мы будем сейчас смотреть, кому же что досталось, кто что будет выращивать. Итак, поехали! Выращивание экзотических и разных других растущих животных объявляется открытыми! Итак, поехали! Первым мы уступаем место девочкам. Скай, вперед! Я первая хочу достать вот такого дельфинчика. Так, первый растущий дельфинчик. А кстати, мне этот дельфинчик тоже нравится. Розовый цвет такой яркий, как наша Скай. Открываем. Вот он наш дельфинчик. Помещаем его в воду. А вот бульк. Следующий будет вот этот вот. Вот, посмотрите, это скат. Подводный такой скат. Они бывают еще электрические, бьются водой. Скат тоже помещается в воду. Да, он такой маленький. Хорошенький. Гляньте, он не тонет. Теперь вот так. Следующая у нас желтая рыбка. Да. Так, давай покажем всем, какая рыбка у нас следующая. Вот. Следующий герой у нас какой? Следующий вот такой. Так. Будь здорова. Спасибо. Гонщик. Привет, ребята. Привет. Мне тоже нравится Скай. Мне она очень нравится, поэтому она моя любимая подружка. Здорово. И что мы откроем, гонщик? Я думаю, что можно открыть вот этого осьминога. Потому что подходит Скай, и я хочу, чтобы это был такой же цвет. Так. Этот цвет как-то дельфинчик. Розовый осьминог. Открываем. Так. Вот какой. Ух ты. Интересно, какой он получится, когда вырастет. Помещаем его в воду. Угу. Оп. Так, все, он в воде. Следующий герой. Следующий вот такой. Давай покажем. Ты знаешь, как это называется? Это морской конек. А, да, морской конек. Так, дальше. Следующий. А вы знаете, что когда их достаешь, когда они мокрые начинают, то они такие немного жирные. Да, такие не очень приятные держать в руках, да? Да. Ракушка и там моллюск. Моллюск. Так. Тут у него такие же губики. Помещаем ее в воду. Угу. Так. Оранжевый. Следующий герой. Кто у нас будет? Крепыш. Вау, крепыш! Кого ты привез? Я привез динозаврика. Динозаврика. И маленький тоже динозаврик я привез. А еще я привез вот такую огромную какую-то рыбу. Это гигантский скат. Посмотрите, какой он большой. И такого коричневого цвета, чтобы сливаться с поверхностью под водой. Для того, чтобы его никто не заметил. Итак... Открываем. Ого, какой он огромный. А гляньте, он как
как из пластилина, или как... Мягенький такой, да. Да. Можем или поместить как его в воду. Или как из кинетического песка, только засохшего. Да. Такой так, мы его помещаем в воду и посмотрим, как, насколько большой он вырастет. Да, классный, шоколадного цвета. Да, но пробовать на вкус его не будем, да, Маша? Да, он же несъедобный. Так. Тут есть такой, я даже не знаю. Еще маленький есть, да, мы проверим. На ощупь он такой, как резиновый, но мне кажется, он не должен расти. Но мы проверим, да, Маша? Что не будем, а опустим хвостик и посмотрим. Давай, пусть он немножко там поплавает со всеми вместе. Хорошо. Итак, следующий. Вот это вот мама, вот это маленького динозаврика, это мама. Итак, маму распакуем, и она пойдет к детенышу в гости. Вылезай. Вот она какая. Уже как из кинетической. Слушайте, да он такой, как настоящий. А классно выглядит. Мама динозавр и папа динозавр. Мы будем считать, что это хорошие. Хребты у них похожие. Да, они, кстати, выглядят достаточно добрыми. Вот и малыш. Открываем. И смотрим на папу. Вот такой он. Вот такой у него хребет. Так, помещаем его тоже в воду. Ребята, всем привет. Я Рокки. Я вам привез новых растущих животных. Вот такая вот ящерица фиолетовая. Распакуем ее. Мне она больше всех нравится. Потому что такой цвет яркий. Да. Как кексик на твоей футболке, да? Ну да, вот. Здорово. Подходит под цвет. Только блестящее оно, а он не блестящий. Итак. И следующий. Кто у нас? Следующая вот эта зеленая ящерица. Гляньте, красные глаза. Интересно. Ну что, давайте теперь зеленую ящерицу, как раз моего цвета, ребята. Ну да, Рокки, тебе всегда интересно, когда все зеленое. Вау, даже красные глаза. Как нога вывернутая. Вау, смотрите, это варан. Такая, она даже немножко золотистая, ящерка. Поместим ее в воду. Пым! И прямо на спинку легла. Точно. Ребята, там нас ждет кое-что еще. Давайте посмотрим. Ух ты! Это шарики орбит. Мы сейчас их откроем и будем выращивать. Да, вот такие мягенькие. А такие они мягенькие. Давай. Вот так, и слоника дадим их всем. Да, вот покормим. Это как корм. Да. Для растущих животных. Растущий корм. Все? До последнего орбитика вытащили? Да. Молодец. Ребята, посмотрите, что я привез. Я думаю, что это какие-то древние. Мне больше всем нравится пока вот этот. Вот тут такие. А ну-ка, кто? Мне вот это больше всем нравится. Серенький. Тут гигантская черепаха. Черный. И тут какой-то динозаврик. Вот, смотри, Изума, тебе нравится? Очень, это акула. Ого, а зачем вот эта штука? Мне кажется, это она кого-то неудачно покусала, скорее всего. Содрала себе жир. Да, не надо сильно быть кусючей. Из вот таких вот земноводных получились ящерицы, они выползали на землю. И крокодилы тоже из них. Видите, у них еще лапки не очень большие такие, манюсенькие. Из древнего мира. Оп. Смотрим. Что же там? Ого, а что это вот это? Это черепашка. Это, скорее всего, чтобы можно было ее подвесить. Колечко какое-то. Да. Или можно просто едите, ешьте. Едите. Ешьте. Да, у нас там рыбки едят арбиз. Привет, ребята, я Маршал. Привез вам кучу добра растущего. Давайте посмотрим. Итак, откроем. Это у нас раки и крабы. Вот это краб, а вот это у нас рак. Так, мы сейчас
откроем и будем выращивать. Да, вначале я хочу зелененького. Ну, давай, посмотрим, Маша. Какой страшненький. Вау, очень плюшевый. Боюсь. Давайте. Утопим. Теперь следующий у нас на очереди рак. Открываем. Пощиплю. Пощиплю. Нет. Итак, выращиваем. Но это еще не все, ребята. Вас ждут сюрпризы, которые я привез в своем трейлере. Итак, открываем. Так, тут больше ничего нету. Ого, какие классные. Мне особенно нравятся больше всех вот эти четыре, потому что у них такой насыщенный цвет. Это золотисто-черное. Это у нас фиолетовое. А это какая, Маша? Это зеленое, это розовое, это голубое, это оранжевое, это... Фиолетово-черное? Угу. Да? Да. Ну, тогда давайте быстрее их будем выращивать. Итак, поместим больших черепах, чтобы из них повылуплялись маленькие черепашата. Ого, а смотрите, а вам видно, там зеленые точечки, значит, там кто-то зелененький. И вот мы и узнаем. Так. Смотрите, они плавают. Так. Иди ты подумай. Так. И вот так. Смотри. Мы их сейчас все вырастим и потом покажем, ребята, вам, насколько огромными они получатся. Немножко подождите. Итак, ребята, мы прождали, наверное, почти весь день. Мы подождали целых 3 часа. Мне кажется, целый день. Наверное, прошло больше. 5. Может, даже больше 6 часов. Наверное, больше 6 часов прошло. Наша с мамой подружка Марианна передала мне вот такой вот киндер-сюрприз. Итак, открываем. Давайте. Все-таки хватит сил. Давайте они. Не хватит сил. Давай. Видите, главное, мальчики должны быть сильными, а девочки должны быть красивыми. Так. Дальше я сама. Ого! Мне попался какой-то черный, какая-то штука. Штуковина какая-то. Мне кажется, похоже на квадроцикл, да? Вот там бывает такой синенький и черненький. Мне попался черный. Я хочу, чтобы синий теперь. Получается? А ну-ка. Не получается. Там его надо зажать покрепче. Вот. Наверное, он может ездить по пескам и по разным горам, по камням. Да, вот такой вот у нас мотоцикл, квадроцикл попался. Видите, он на 4 колесах для езды по бездорожью. По пескам, по грязи можно кататься. Прикольный. А вы знаете, что всегда гонщик хотел черненький квадроцикл? Давайте ему подарим. Давайте. Гонщик, это тебе. Спасибо, всегда мечтала о такой машинке. Би-би. Так, на, покушай. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Крепыш. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, все собачки, подкрепитесь. Ай, ням-ням-ням-няш. Всех угостим, да? Вкуснотища. А теперь приступаем к подъему наших суперзверей. Да, только надо быть аккуратным. Давайте по очереди. Потому что вода тут ледяная. Потрогай, пап. Да, она и правда, она холодненькая. А вы знаете, ребят, что их нельзя хранить в теплой воде? А то они просто станут такими жирными. Помните, и будут какой... все меньше. И растают. Они как мороженое. Точно. Итак, ребята, помните, какой был скат? Он был такой маленький и плоский. Вот теперь он получился такой даже волнистый, как настоящий. А теперь вот этот вот классный. А кто это, Маша? Ну, это такой краб. Маша, скажи краб. Краб. Правильно. Я уже выговариваю букву Р. Умничка. Р.
Здорово получается. Так, а кто это? А это осьминог розовый. Правильно. Ложим его сюда. Вот ага. Ящерка, она мне больше всех нравится, потому что такого насыщенного цвета. Какая здоровая, жирненькая получилась, класс. Дельфин все же не на том месте. Слушайте, такой маленький был, но вырос до хороших размеров. Вот такой морской конек. Смотрите, ребят, вот этот он только треснул, я говорила папе. Вот да, он только треснул. Там уже кто-то вылупляется. Ну давайте подождем. Итак, кто тут еще есть еще? Кто это, Маша? Это такой краб тоже. Рак. А, да, рак. Оранжевый моего любимого цвета. Так, вот он, рак. Вот такая желтая рыбка. Здорово, большая. Вот моллюск. Ух ты! Моллюск! Вот же ты каким получился. Был совсем масипусенький. Так. Какая здоровая. Кто это, Маша? Это ящерица. Помните, какая она была? Маленькая и худенькая. Динозавры так вообще выросли. Ух ты, вы посмотрите, какие гиганты. С ума сойти. Гиганты-мутанты. Они такие здоровые стали. Думаю, что тут уже они не влезут. Какие-то аж чересчур здоровые. Может, даже его можно вот так поставить, вот так облокотить? Не надо, пусть он будет лежать, пусть это так. Как будто так будет спать немножко, да? Угу. Ну, хорошо. Вот так. Пусть поспит, отдохнет. Подожди, нам надо место, чтобы хватило на всех, а то он тут займет нам половину стола. Так. Ого! Вау. А эта ножка, она вот так и не опускается. Насыщенная, да, они, получается, друг друга немножко там мешали рост, расти правильно, и поэтому получались такие кривульки немножко. А кстати, я не знаю про вот это. Зеленая. А, это же земноводная. Это и не крокодил, и не рыба. Что-то такое вот, нечто среднее. Может быть, это какая-то змея с лапочкой, с лапками? Может, но это переходной период был, такое древнее-древнее время. А это был такая акула, но, видите, она у нас была немножко хитренькая, она нападала на всех и повредила себе нижнюю челюсть. Вот, это такая акула. Бойтесь, бойтесь меня, я акула. А мне-то ни почем, где я тебе сейчас ем? Ой-ой-ой, а кто это? Маша, кто это? Ну, это такая черепаха. А гляньте. Да, вот, получается, у нее вот крючочек есть. А гляньте, тут у ската все тут согнулось. Ой-ой-ой, что же теперь делать? Скат весь такой погнутый. Но он, в принципе, когда плавает, он тоже весь гнутый. Ля. Еще один гигантский. Гигантский, огромный динозаврище. А этот он не вырос. Похоже, класс. Он был такой резиновый, вот этот. Да, этот совсем маленький. Mm-hmm. Он резиновый, поэтому он совсем не рос. Так. Вот, вот такая вот скорлупа. Вот. И так. Там попался вот такой вот синий черепашонок. Не, не попадалась такая, маленький, но зеленая. Маленький-маленький черепашонок. Вот еще один черепашонок. Черепашонок вылез из оранжевой. А внутри розового был вот такой. Мне, кстати, попадался такой, но зеленый тоже. Ну, здорово. О, как на палец хорошо одевается, да? Угу. Маши, хорошие тонкие пальчики такие. И отлично одевается черепашата. Еще одна зеленая черепашка, да? Так, вот такой зелененький. Вот так будет. Боже мой, у меня вся рука. Так, Машунь, а что-то тут еще есть? Помнишь? Это шарики Арбис, гляньте, с них краска смылась. Забыла. А, один убежал. Делаем листопад вам. Принимаем заказы! Заказы Вау, из шариков!
такое количество? Заказы принимаем. Ой-ой-ой. Много-много-много шариков. Вы посмотрите. Вау. Они такие прикольные, да? Бим. Слушайте, шарики, по-моему, тут заполнили больше всего пространства. Тут не вода, а сплошные шарики. Вы посмотрите, сколько их здесь. Ой-ой-ой. Их огромное-огромное количество. Они на весь объем воды, получается. Почти на весь объем воды выросли. Так. Да ты в разные стороны. Вы посмотрите, папа, какая красота получилась. Пап, да ты в разные стороны. Вот этим надо тоже поесть. Они этим питаются. Они съедают по 5 штук. Поэтому для них очень много. Ну все. Да. Кажется, здорово у нас получилось. Да. Смотрите, какая кися-бися большая. И ням-ням-ням-ням-ням. А гляньте, а я знала, что они вначале были чуть-чуть мятенькие на них. Слушайте, вообще такая чудесная штука получилась. Они все так переливаются. Они у нас все любители воды. Теперь мы эту воду выливаем и оставляем только вот этого, вот этот большой зверинец экзотических животных, который можно будет потом поиграть даже. Итак, ребята, вот такая вот у нас кися-мися из арбизов и растущих зверей получилась! Они уже тепленькие немного стали. Да, они уже чуть нагрелись. Им надо опять нагреться, и если они снова станут маленькими, то их можно потом снова вырастить. Я согласна. Ребята, а давайте теперь по очереди будем прыгать туда. Давайте теперь будем все вместе нырять. Давайте. Я теперь первый. Классно, привет, черепашата. Ух ты, тут так здорово. Можно повеситься. Следующий я. Так, крепыш. Прыг-скок. Класс. Да, будем здесь со зверями разными. Классно! Супер друг! Буду я рядом с крепышом здесь купаться, кувыркаться, зверей разных изучать. Я поехал! Рокки! Классно тебе тут! Да, очень классно! Хе-хе, классно! Буду тоже со всеми нырять! Куда ты летишь? Опа, прилетели, и здесь будем кувыркаться, баловаться. В общем, тут нам очень будет весело жить. Эй, вы чего толкаетесь? Сейчас вам на голову залезу. Ой-ой-ой, черепашка возмущается. Это не черепаха, это ящерица. Ящерица возмущается. Так, кто остался? Я. Гонщик. Опля. И его машинка. Тыдыщ. Тоже классно. Ребята, если вам понравилось такое чудесное видео, ставь лайк и подписывайся на канал Фасами Маша. Пока-пока. Пока. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем пока-пока. Пока. Ребята, если что, смотрите про нас. Мы можем еще каких-то зверей принести. Да шарики арбиз. Будем не купаться. А сейчас вас ждет листопад из арбизов. Всем пока-пока. Всем пока.